Продолжаем выпуск. Юноармейцы и кадеты Архангельска стали участниками военно-патриотического диктанта. По всей России его прошли 100 тысяч человек одновременно. Вопросы касались истории и культуры Отечества. Не дать переписать историю, привить чувство преданности к Отечеству и поменять подход к военно-патриотическому воспитанию. Эти цели преследует специальный диктант, впервые прошедший на 10 площадках страны. Одна из них в Поморье. В течение часа 60 заданий. В таких диктантах очень важно участвовать, потому что мы чтим память, мы передаем эту память и знания новому поколению. Мы, как юноармейцы, обязаны все это знать. Участие во всероссийской акции в формате онлайн мог принять каждый желающий. Специально для проведения мероприятия были составлены уникальные вопросы об истории России, ее сражениях, вооружении, великих полководцах, героях и победах, государственных символах и произведениях искусства. Учредителями данного диктанта стали учебно-методический центр «Авангард» Москвы и Московской области и «Общество знания». Очень здорово, что данное мероприятие проходит в день призывника, тем самым подчеркивая значимость про изучение истории. Примечателен диктант тем, что участники моментально узнают свои результаты и будут представлять, в какие вехи российской истории стоит особенно углубиться. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, регион 29.